Угадай, кто получил свое первое пособие по безработице? 50 баксов. Это клево, но пока ты воруешь деньги у правительства, я тут медленно становлюсь миллионером. Чё? Ну, ты знаешь людей, которые богатеют на различных мобильных приложениях, которые издают различные звуки? Да, и... Ну, типа такие. Ну и так вот, в общем, я потратил все свои сбережения, чтобы разработать это приложение для Android Market, я называю его «Заткнись, Apple». Скажи что-нибудь в телефон, например, это... Видишь, как только ты говоришь в телефон, он затыкает тебя, и стоит всего лишь бакс. О, окей, стой, ты потратил все свои деньги, чтобы разработать вот это вот? Да. Чувак, чувак, ты идиот, никто не будет тратить деньги, чтобы купить вот это. Ну и сколько людей купили твое тупое приложение? Оно не тупое, оно революционное, и сейчас посмотрим. Так, то есть количество скачиваний с нуля повысилось до... Одного! О мой бог! Прекрати кататься по полу, никто не делает так в реальной жизни, идиот! С нуля до одного! Единицы указаны в миллионах. Чё? Согласно этой графе, у меня не одно скачивание. У меня 1 миллион скачиваний. Я богат! Я бы не стал это пить, я только что его выплюнул обратно. Сколько денег, я богат! Вау, это по-настоящему сладко. Сколько ты за это хочешь? Это не продается. На этот лот ставок больше нету. Следующий лот — это Рани Пикассо. Он нарисовал эту картину, будучи ребенком. Начальная... 50 тысяч долларов! Сэр, я еще даже не назвал начальную ставку. А, 150 тысяч долларов. Серьезно, 150 тысяч долларов? Ну что ж, кто-нибудь еще? Один... Два... Миллион долларов! Это мое последнее предложение. Продано мужчине в женском топике. Здрасте, Йен дома? Мария, сколько раз я тебе говорил не открывать дверь, а то снова нагрянут родственники попрошайки. Давай, проваливай, проваливай отсюда, проваливай. Смотри, главное, чтобы тачка была обшита алмазами, всякие моторы и прочее, это все фигня. А, извини, Обама, я перезвоню. Привет, как дела? Ну так, на самом деле, довольно-таки... Эй, глянь, это Мария горячая штучка. Что-то меня в этих германках прям заводит. Я вообще хотел предложить тебе сыграть в супербошка... Нет, у меня нет времени на такие детские глупые забавы, мне нужно купить еще парочку картин 3-летнего Пикассо. Конечно, сами они по себе хрень, но ты же платишь за бренд. Мистер Йен, ваш ужин готов! Вау, так у вторник! Пока. Нет, ты заткнись! Нет, ты заткнись! Нет, никогда не надоест. Прошу прощения. А, нет, это телефон сказал. Я был уверен, что это сказал. Ты сейчас за это заплатишь, мелкий эмо-бой. Я не эмо, и я знаю нюнджитсу. Я надеру тебе задницу 2 пальцами. Приготовься умереть. Постойте, перевод сделал Жека Зло, озвучил виски, не забудь добавить это видео к себе и вступай в нашу группу ВКонтакте vk.com/club221-223-19. Ага.